Юные казачата основательно подготовились к утреннику, изучили историю праздника и казачества в целом. Кубань – многонациональный регион. Здесь проживает более 100 народов со своими традициями и обычаями. На это и сделали упор педагоги. Мамы казачат не остались в стороне. Вместе с детьми исполнили зажигательные танцы и народные песни. В этот вечер дети не скупились на комплименты своим самым дорогим людям. Красивая, любимая, родная. Спасибо детям за такие приятные моменты, когда мы можем благодаря им вспомнить то, чему и нас учили. В детском саду «Виктория» уже 3 казачьих группы. Пока это единственный сад в Анапе, где детей воспитывают в духе лучших традиций казачества. И педагоги, и родители отмечают, результат самый положительный. Дети с малых лет привыкают к дисциплине, углубленно изучают историю Кубани, уважают и почитают старших. Мы воспитываем в детях уважение к женщине, понимание ее труда нелегкого, доли ее казачьей. Что она занималась всем буквально и могла даже вот отстоять. То есть помимо домашнего хозяйства она владела и оружием, и скакала на лошади. Не только матерей казачек поздравляют детсадовцы. В течение недели здесь прошел ряд тематических утренников, посвященных Дню Матери. Сегодня вечером состоится заключительное осеннее мероприятие и уже начнется подготовка к Новому году. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.